Очень напряженный матч. Пожалуйста, ваш комментарий в сегодняшней встрече. Повторилась ситуация предыдущей игры, когда мы в первом тайме с Хабаровском имели полное игровое и территориальное преимущество. Не забили моменты. Здесь то же самое. Сегодня в первом тайме полное наше преимущество. Мы вели на первой минуте. Все, хороший контроль мяча был. В принципе, ничего не предвещало беды. Второй тайм. Очень слабая игра средней линии. То же самое, что и с Хабаровском повторилось. Двух центральных и одного из крайнего полузащитника. И тактические ошибки элементарно в обороне. Такого количества ошибок недопустимо делать для команды, которая входит в лидирующую группу. Поздравляю команду «Сокол» с победой. Такого количества технического брака в элементарных ситуациях недопустимо, абсолютно недопустимо. Все моменты, которые были, забиты на мячи, забиты из-за грубейших ошибок наших оборонцев, когда игрок отскакивает в недодачу. Мы почему-то три человека в линию стоим. Когда передача идет, за спиной два игрока вне игры остаются. Не играет этот мяч вне игры. Все. В принципе, команда «Сокол» использовала наши ошибки, не поставила нам каких-то сверхзадач, а реализовала те ошибки, которые мы допустили в обороне. И очень слабо, еще раз повторяю, второй тайм сыграла средняя линия. Вопрос, пожалуйста. Василий, по вашим предыдущим комментариям, вы продолжаете, несмотря ни на что, борьбу за четверку, так? Ну, все будет зависеть от того, как сегодня Астрахань сыграет. Конечно, 10 туров играть, теоретически все возможно. Но с каждым туром шансов становится меньше. И с такой игрой, какой мы показали во втором тайме, сложно будет решать эту задачу. А вот относительно Александра Дутова, который у нас капитаном был продолжительное время, он сейчас что с ним? Что с ним? В конце сезона он получил, до середины сезона получил травму, долго восстанавливался, тренируется, он готовится, все, но пока он не попадает в число 18 игроков.